Предстоящие зимние Олимпийские игры в Сочи имеют для России особое значение. Вся страна готовилась к этому событию 7 долгих лет. Теперь это наша общая Олимпиада. Жители всей страны, так как он будет путешествовать по всей стране, смогут прийти, узнать, кто из спортсменов будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Сочи, какие виды спорта зимние будут представлены, а также поучаствовать в викторинах, конкурсах, всячески эмоционально объединиться с командой и тем самым объединиться всей страной, чтобы мы в едином порыве болели за ребят, когда они будут выступать. Потому что, в общем-то, это наша домашняя Олимпиада, это наша общая цель. Все желающие смогут принять участие в конкурсах и викторинах и даже на несколько минут почувствовать себя профессиональными спортсменами. Одев 3D-очки, можно промчаться по санно-бобслейной трассе, которая является точной моделью трассы в Сочи, и испытать те эмоции, которые спортсмены испытывают на дистанции. На самом деле необычно почувствовать себя настоящей спортсменкой на трассе. Выше скорость, все было очень здорово. Так как эта картинка, это достаточно, в принципе, выглядит реалистично. Но нужно самому кататься, чтобы понимать, каково это. Гости дома получат автографы у именитых спортсменов. Но результаты игр в Сочи зависят не только от подготовки. Они также зависят от поддержки болельщиков. В Думе Олимпийской команды России любой желающий может отправить свои напутственные пожелания нашим олимпийцам. Мы решили поддержать тверского хоккеиста Илью Ковальчука. Илья, мы желаем тебе мужественности, силы, выносливости и, конечно же, победы. Передвижной павильон сопровождает эстафету Олимпийского огня и открывает свои двери для всех желающих. Мы будем передвигаться за эстафетой Олимпийского огня на трех крупногабаритных фурах, автобусе, привозить наш прекрасный шатер по 31 городу России. Соответственно, наше движение заканчивается в Сочи, как и передача эстафеты Олимпийского огня. Каждый из олимпийцев сделает все возможное, чтобы достойно выступить на играх. Зрителям и болельщикам важно помнить, что каждый спортсмен чувствует поддержку. Она дает ему возможность творить чудеса.